идеала такого, в принципе, ну, нету такого, я, вот, чтобы так прям сказать. Женщина, мне кажется, ну, как бы хорошо, когда женщина обладает какими-то чертами как-то, или, как сказать даже. Мне кажется, что женщина должна быть, в принципе, игривый, да, вот это хорошее слово, игривый, не в плохом смысле, что она должна быть какая-то вседоступная, но в женщине должна быть некий момент игривости, задора, жизни какой-то, чтобы она дала жизнь, у нее должна быть жизнь. Вот, это такие вещи, может быть, немножечко. И, конечно, мудрая, потому что от женщины очень много зависит. Вот всегда в успешном мужчине заложено где-то рядышком, может быть, даже в виде мамы или там в виде жены в большинстве случаев. Должна быть женщина. Вот мне кажется, что это очень важно. Женщина дает какой-то важный очень стимул. Вот. Поэтому красота женщины, она больше не чисто визуальная, потому что, ну, все уже прекрасно понимают, и главное, мужчины эти все знают и удивляются, что почему женщины не догоняют, а еще борются за большими какими-то формами. Когда это, конечно, интересно, но это интересно первые 15 минут, а потом это все главное, чтобы была какая-то суть интересная, какой-то импульс был, потому что, ну, каждый человек — это какой-то импульс, какой-то вообще, какая-то вот... Ну, не знаю, как сказать, Валючек, какая-то проекция. Вот, поэтому это должно быть все вот так.